Hey, yo, guys, с вами Шумики, мы продолжаем бродить игру по названию Forgotten Hill Desolutions. Так, мы одолели первого, погнали следующего одолевать. Так, рыбный мир у нас. Капитан Адам Дрейк. Капитан корабля «Ужас в ночи» был одним из самых кровожадных пиратов в истории человечества. Капитан Дрейк был более заинтересован в людях на кораблях, чем в сокровищах, которые таились в трюмах. Он набирал все новые работников и команды матросов, постоянно утоляя свою жажду крови. Он утонул в ходе затопления корабля «Ужас в ночи», хотя его тело так и не нашли. Понятненько. Да сейчас мы в ночи походим с вами, поизучаем эту местность. Как же она будет выглядеть? А, это чтобы все типа глаза были открыты, да? Ну, это легко было. Так, лом. Здесь должна быть какая-то последовательность или что типа того. Все. Да, кажется, я врубилась. Так, подожди. Так. Вот это будет тоже головоломка немного посложнее. Из центра забрать. Что я вообще должен сделать? Стопэм. Так, а как я его в центр засуну? В другой центр. Я просто не... механику запомнить не могу. Но тут в определенных кругалях. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А ну-ка, сколько тут всего? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Каев, тут чего-то не хватает, оказывается. На и тут кручу-верчу. Узнать хочу. Ну, пока что вам помочь никак не могу.
Окей. Базарно. Так, а где мой листик? Так, отметочки я не делал, да? Значит, мы сейчас отсюда выйдем. Я достану свой фотик, мы посмотрим по... Вот. Так, 12 50. Четыре, 87. Окей. Поехали. 12 34. 87. Ой, идиот. Тихо. А я ж не запомнил, для какой рыбы, да? Так, короче, так. А для моллюска просто раковину нарисую. Осталось понять, как вот эту рыбу. Тут, короче, здесь я нарисую просто рот открытый. Да и все. Так, поехали. Я должен угадать еще в какой последовательности. Так, все движется правильно. Как я... Стоп, это бред. Все-таки просто так оно не работает рандомно. А если, допустим, так? Нет, видите, только чисто для определенной этой. А хотя, пускай, типа, если он плывет туда, вот, по телу, да, смотрим. Это 12, подожди. Что-то я вообще не врубаюсь. Подожди, эти плывут к берегу, эти против осьминога. Походу нихера. А-а-а.
И что, это одни и те же знаки, разве нет? Нихера я должен запомнить. А, ну, в принципе, легко. Две по бокам, одна вниз, другая вверх. Окей. Это попроще было. Диапозитив. Возвращаем все обратно пока что. Так, осталось у кого-то это расставить. Осталось только понять, конечно, как это все сделается. Как мне вот эту сюда вот так передвинуть? Сюда. А-а-а. Так, где мой квадратик? Так, черные. Не очень, не очень. Я, кажется, все вообще перепутал. Ладно, это вернул обратно. Здесь должна быть точка. Ну так, осталось мне вот эту. Сюда. Ага.
Короче, я снова все перепутал. Как это делается? Куда я забыл? Сука. Сложно. На самом деле понять. Система этих курков. Ой, боже. Начало, конечно, было легко. Поначалу, вот. А то, что вообще нелегко. Мне надо отсюда. Так, подожди, это... Так, не дом. Так, так, теперь это... Сюда. Так. Так оно вот получается. Ну, я понимаю. Ладно, давайте помучимся немного. В принципе, это я все сделал. Просто круг, правильно. Квадратики, круги. Квадратики, круги, закрашенные круги. Просто мне нужно точку одну перенести сюда, черную. Как она вообще вращается? Ну вообще что меняет? Оно как было, так и остается.
Так, подожди. Сюда даем эту. Так. Ага. Ага. Теперь вот это нужно как-то менять. Квадратик просрал, вот он. И я вернулся снова к тому же, о чем я остановился. Ладно. Посрать. Делаем таким образом тогда. А чего у нас теперь ключ? Давайте вспоминать. Я вообще могу шать? А, не могу. Похоже, что электричество отключено. Так, мне к медузам, да, нам нужно дать? Что это должно было сделать? Ну, первое, третье, четвертое. Вторая. Третья. И что, мне это должно дать? Так, а где моя комната с этим? С прожекторами. Прошло больше 10 дней с тех, как маленькие братья Майкл и Сирена исчезли, когда они находились в доме своих бабушек и дедушки. Власти сохраняют строжайшую секретность расследования, которое кажется очень сложным. А детей просто не осталось следа. И кажется, что они просто растворились в воздухе. Но мы-то знаем, что на самом деле их просто забрали в этот мир. Им все равно уже никто не поможет. Последовательность, вот она в чем, блин, оказывается. А я то думаю, что, как, для чего. Так, где наш там аквариум с рыбками? Так, поехали. Сначала у нас была вот эта рыбка. Так, вот эта зубастая рыбка с закрытыми зубами, это 87, была на четвертом, рыбка на 50, с номером 50, была второй. Так, и креветка 34.
третья. Окей, у нас есть пила. Что я теперь с этой пилой могу сделать? Что теперь я могу сделать с пилой? Это и запомнить можно. Ракета с антенной. Короче, что-то наподобие рыбы. Так, а что тут было хотя бы? Короче, в это место нам можно уже просто не возвращаться. А сюда тоже можно не возвращаться. Подожди, я понял. Это кнопочки. Так, тогда делаем таким образом. Так, так. И красный четвертый. Вот оно что оказывается. Как надо запоминать. Так, где у нас рыбка? Здесь была. Синий, желтый, красный, зеленый, красный, синий, желтый. Скальпель. Так, две лампы мы получили. Две лампы я мог бы активировать. Там какая-то комната с моллюском была. Так, мне нужна, короче, морская звезда. Морская звезда у нас находится в последней комнате вот здесь. Ага. Понимаю. Четыре кола. Зачем мне четыре кола? Ну, я что-то, может быть, догадываюсь, но я не уверен. Я догадываюсь, но я не уверен.
самом деле фиг его знает. Точно, ракета-то сраная. Я-то думаю, то двери я должен буду и открывать. Я думаю, чё набор каких-то значков? Что за бредятина? А вон оно что оказывается. Эй, что ты здесь делаешь? Вижу, что тебе удалось найти проход. Хочешь бросить мне вызов? Давайте начнем. Так, ну эту игру мы знаем. Ай, надо было отсюда начинать. Начинаются головоломки, как я понимаю, снова. Либо мне нужно как-то сюда успеть перебежать. Сыграть в игру на опережение. О, правильно. Теперь они пошли правильно. Только не знаю, что они так сами тупанули, и мне просто в клешне решили не закрывать. Я пойду, конечно, сюда сейчас. Да.
Блин, он чисто за моим... По пятам за мной бежит. Это плохо. Нужно этого сначала, чтобы он ко мне не бежал. Ладно, бессмысленно. Да. Уж. Ну, он за ко мне запрыгивает. Да. Сложно придумать. Окей. А что мне мешает сделать так и вот так? Это вообще когда легкая была. Черт, ты победил меня, но Рут позовет меня назад, и я вернусь. Кто такой Рут? Крыса вот эта, да? Передай мой привет Аду, вонючий урод. Ну что, в принципе, мы с вами одолели морского чудища. Поэтому давайте на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.